Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона. Сегодня разберем более сложные финты. Будет их целых три. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик. Ну а если вы хотите посмотреть более простые финты, то ссылочка будет в описании к этому видео. Ну а если уже сегодня вы хотите приобрести себе Мбаппе, Месси, Неймар или может быть Криштиану Роналду, то сайт Автофуд для вас. Монеты FIFA 23 с автодоставкой и системой антибан на любую платформу. Sony PlayStation, Xbox, ПК. Также вы получаете кэшбэк 5% и более. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Также на сайте вы можете купить себе подписку PS Plus, игру FIFA или другие топовые игры. Поехали! Погнали. Итак, друзья, начинаем мы с финта великого Зидана. Ребят, делается он очень просто, без кнопки L2. По направлению движения, в данном случае, если мы, допустим, на арене двигаемся прямо вперед, мы оттягиваем стик правый на себя, да, на себя, и делаем кружочек на 360 градусов разворот. Финт работает как с игроками, как и против вратаря, ребят. Очень действенен, очень интересно. Вертушка Зидана, она всегда в порядке. Вы скажете, да, это легкий финт, на самом деле, а не сложный, но он довольно сложен именно в моменте его исполнения, потому что одно дело крутиться просто так, а другое дело крутиться именно в нужный момент, чтобы обвести игрока или вратаря. Следующий финт, ребят, тоже делается без кнопочки L2, а соответственно делается он просто правым стиком также, вы делаете вперед-назад. Опять же, сложность в том, чтобы именно прокрутить вовремя стик влево на, соответственно, 180 градусов и тут же вправо на 180 градусов. Получается крутой эластико, тем самым игрок очень резко маневрирует и очень технично обыгрывает, опять же, игрока или вратаря. Пробуйте, ребят. Ну и третий финт, который эффективный и уже такой более сложный, это Hell to Row называется, ребят. Делается он следующим образом. Мы зажимаем L1 и в нужный момент делаем вправо-влево, стиком, соответственно, правым. Тем самым игрок перебивает, так сказать, часики, да, можно назвать, мячик. Часиками перестукивает и уходит в какую-то сторону. Если сделаете влево-вправо, то, соответственно, он уйдет в другую сторону. Вправо-влево он уйдет в другую сторону. Ребят, финт тоже рабочий, очень эффектно выглядит. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик и посмотреть 5 простых финтов. Всем пока, любите футбол, играйте в FIFA 23.